С наступлением весны появляется все больше новостей о том, как незадачливые рыбаки выходят на тонкий лед, а затем проваливаются или уплывают на отколовшейся льдине. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности, так считают сотрудники МЧС. Поэтому пока лед окончательно не растает, на водоемах продолжаются профилактические рейды по местам массового подводного лова. Инспекторы госинспекции по маломерным судам патрулируют акваторию Волги и беседуют с рыбаками. А в качестве средства передвижения – воздушная подушка. Хивус. На сегодняшний день произошло ряд происшествий на водоемах. Погибло 5 человек. Но благодаря спасателям, инспекторам ГИМС, своевременная оказанная помощь удалось спасти 78 человек. Инспекторы признаются, как такового льда зимой и не было. Из-за постоянных перепадов температур на Волге сформировался так называемый слоеный лед. При таянии он стал пористым и неравномерным. Поэтому рыбакам еще раз напоминают не выходить на лед и завершить сезон зимней рыбалки. А тем, кто все же, рискуя жизнью, вышел на лед, обязательно напоминают правила поведения и предупреждают об опасности. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.